Физкульт, привет, друзья! С вами снова Сергей, ваш персональный гид в мир спорта. И сегодня на обзоре у нас будет Orbitrek HB8049ELM торговой марки House Fit. Вот так он выглядит в разобранном виде. Куча запчастей, но ничего сложного нет. Инструкция есть в комплекте. Вот она. Инструкция на русском языке. Там все подетально расписано. И по сборке у вас это займет максимум полчаса времени. Вот мы собираем переднюю лапу, которая монтируется на двух болтах. Стрелочка указывает направление верхушки лапы, то есть стрелка должна смотреть вверх. Монтируете, фиксируете болтами и стягиваете. Стягиваете ключом, который идет в комплекте. То есть там семейные ключи, вам не нужно для сборки никаких отдельных ключей покупать, искать и так далее. Все будет в комплекте. Далее монтируем заднюю лапу. Вот эти вот направляющие алюминиевые смотрят вверх, по ним будут ездить ролики. Точно таким же образом стягивается двумя винтами, закручиваете гайкой и фиксируете. Обращаю внимание на то, что потом, вы можете сейчас не волноваться, потом снизу там будут закручиваться барашки, которые, с помощью которых вы отрегулируете его по уровню на полу, соответственно, чтобы он у вас стоял ровно. Далее фиксируем стойку. Не забываем перед этим одеть сначала колпачок пластиковый специальный, в который будет ставиться бутылка. Соединяем это все разъемы. Вот здесь один разъем, монтируете и соединяете. Дальше вставляете, заправляете это все в трубу и стягиваете винтами. Винтов здесь 6 штук. И самое важное, что это по 2 сбоку идет. Это очень важно и очень хорошо, что их на боковых поверхностях находится по 2 штуки. Это будет предотвращать боковое раскачивание. Далее собираем лапы. Сначала наносите смазку на палец сверху и снизу. На оба шарнира вы наносите смазку, она идет в комплекте. Специальная силиконовая смазка. И потом одеваете лапы. Смазку нанести не забудьте, потому что это важно. Без нее втулки будут изнашиваться гораздо быстрее. Вот, с помощью шестигранника, который также в комплекте, вы это все зафиксировали. Здесь мы показываем сборку сперва на правой лапе. И точно таким же образом будет собираться левая лапа. Вот, точно так же собираем и левую лапу. Смазку мы здесь положили на втулку, а не на палец. И одеваем в такой же последовательности. Собрали и фиксируете болтами. Все это собирается одним человеком, легко. Вполне реально все собрать одному. Дальше одеваем сами платформы лапы. Обращаю внимание, что лапы здесь довольно крупные. Длина лап 35 сантиметров, то есть размер ноги не играет роли. Любой человек с ростом, вернее с размером стопы 45, 46, 47 даже сантиметров может спокойно здесь заниматься. Лапы крупные, широкие, ширина платформы 15 сантиметров. Поэтому нога спокойно располагается здесь, и вы не будете съезжать, поскольку они имеют такие как бы небольшие рифления. То есть заниматься очень удобно на них. И сразу хочу сказать, расстояние между лапами на этой модели 11 сантиметров составляет, так называемый Q-фактор. Далее мы собираем рукоятки сами непосредственно, одеваем левую и правую. Чтобы не перепутать их, они подписаны. R буква означает правая рукоятка, L левая. Ну, соответственно, в принципе, и на ответной части они тоже подписаны. Фиксируйте их болтами. Дальше одеваются декоративные колпачки на ролики, которые закрывают их. Стягиваются также винтами. И уже непосредственно крепим сам пульсометр. Рукоятка фиксируется тоже на двух болтах на центральной стойке. Не забываем вытащить провод, который идет от пульсометра. Он же будет подключаться потом непосредственно к монитору. Подсоединяем сам монитор.
Заправляем все провода вовнутрь и фиксируем его тоже при помощи четырех винтов, той же отверточкой, которая идет в комплекте. Последний штрих – это поставить барашки, которые служат для того, чтобы вы смогли его отрегулировать по уровню пола. То есть их 6 штук, они все вкручиваются на резьбе, вы их вкрутили, поставили там, где он будет стоять. Соответственно, если у вас пол неровный, вы можете этими же барашками, откручивая либо закручивая их, выставить тренажер по уровню. Не забывайте потом зафиксировать контрагайкой, которая там находится. Все, тренажер полностью готов к эксплуатации, собран. В конце вот одеваются такие декоративные колпачки, и все, он готов полностью уже к работе. По сборке все. Далее покажем и немножко расскажем о его технических характеристиках. Здесь показано наглядно, как человеку с ростом 170 сантиметров, в данном случае это наш клиент, девушка имеет рост 170 сантиметров, и ей удобно и комфортно заниматься на нем. Учитывайте, что длина шага на этой модели 40 сантиметров и отлично подходит под этот рост. Кстати, я тоже буду пробовать сейчас, и вот мне тоже удобно, комфортно. Никаких проблем при занятиях я не испытываю, никакого дискомфорта. При том, что у меня рост 182 сантиметра. Еще раз напоминаю, ширина между педалями здесь Q-фактор 11 сантиметров, длина шага 40 сантиметров. Эта модель с передним приводом, как вы видите. Вес махового колеса 8 кг составляет. Хорошая инерция, хороший плавный ход здесь. Нагрузка регулируется, естественно, с помощью нажатия кнопочек, вернее, переключения джойстика на мониторе, так как это программируемая модель и питается она от сети. Количество программ здесь 13 штук программ. Нагрузок здесь 16 уровней нагрузки. Вот здесь видно, насколько узко находятся педали, то есть мне удобно ходить и никакого, то есть ноги не имеют походку вот X-образную, как на заднеприводных моделях, то есть здесь с суставами все в порядке будет у вас. Вот с помощью этого джойстика кругленького вы по часовой стрелке, если крутите, добавляете нагрузку, против часовой стрелки вы уменьшаете ее. Напоминаю, тренажер рассчитан на вес пользователя 125 до 125 кг. Гарантия на эти модели торговой марки House Fit, которая идет 2 года, что немаловажно, потому что в основном все модели, все производители дают гарантию на 1 год. Здесь у вас 2 года гарантии. Вес самого тренажера 57 кг, что говорит о его массивной и крепкой раме. Давайте пробежимся по габаритам. Ну, на видео видно, что он, в принципе, не маленький, но и не такой уж и большой. Длина его составляет 155 сантиметров, ширина всего 49 сантиметров. Ну, высота особой роли не играет обычно, но скажу, что его высота 167 сантиметров. В принципе, вот на видео видно, что девушка комфортно и спокойно занимается. По обзору вот сегодня как-то так, потому что не было возможности отснять его где-то на студии. Мы приехали к людям, и они были не против и согласились, чтобы мы отсняли у них такой видеообзор на эту же модель. Как-нибудь, может быть, чуть позже мы отснимем ее в студийном виде. Но я думаю, особо никакой роли это не изменит, и вам видно и понятно, что это за модель, что она из себя представляет, какие ее технические характеристики. Это была торговая марка House Fit. Еще раз напоминаю, модель 8049 ELM, переднеприводный Orbitrack, эллипсоид. Если вы хотите заказать такую модель, ниже ссылочка под описанием будет. И по промокоду отдельно, который там же будет указан, вы можете получить еще дополнительную скидку на эту модель. Наш магазин Muscle Shop. Все ссылочки тоже будут под видео. Заходите, выбирайте. С вами был Сергей. Всегда на связи. Подписывайтесь на канал. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Muscle Shop, молодцы! До новых встреч. Да пребудет с вами сила.